Здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хелплей, и сегодня мы с вами продолжаем играть Happy Wheels. Давно его не было, был такой небольшой перерыв у нас, но он снова появился. Вот так вот, короче говоря, друзья, мы продолжаем играть в карты, которые вы сделали. Я надеюсь, их появилось еще больше, я даже придумал, как мы с вами будем все это сортировать. Но перед тем, как я вам все это расскажу, давайте, конечно же, нашу традицию. На счет три, раз, два, три. За братство чая, за вас, за здоровье, за носки, за жопы, за руки, за ноги. Как вы все понимаете, это все очень важные части тела. Особенно в Happy Wheels, которых их всегда отрывает здесь. Их так не хватает. Так вот, сейчас давайте пробью и узнаем, что сделал. Во-первых, наверняка появились карты еще. Вот Hell Yeah, во-первых, вот слитно есть, вот видите, 5 карт. Например, раздельно давайте Hell Yeah. 36 карт. Например, Hell Play слитно. 2 карты. И Hell Play раздельно, наверное, основной. Вы все-таки слушаете меня и сделали... Да, 164 карты! О, боже! Вот, друзья, как мы будем делать? Смотрите, сортировать будем по самым новым, как вы видите, да? Вот, но не только так будем мы с вами брать карты. Смотрите, я буду играть карты только начиная от 3 звезд. То есть карты, которые меньше 3 звезд, я играть не буду. То есть 2,5 звезды я уже не играю. Объясню, зачем я это делаю. Нам нужно все-таки немножко отсеивать карты. Вы сами жалуетесь, что много карт, ну как бы вам не очень нравится. Все-таки давайте, я же для вас делаю, чтобы вам было комфортно, уютно, весело. Поэтому мы будем мало того, что играть самые новые и пропускать карты просто, которые имеют меньше 3 звезд, мне кажется, это супер. И мы таким образом пропустим не очень хорошие вот вещи. И с вами будем, собственно говоря... Так, сейчас поправлю немножко. Как-то не правится у меня. Секундочку, друзья. Вот, и, собственно говоря, будем пропускать не очень хорошие, на ваш взгляд, и оставим только хорошие, и, короче говоря, будем играть, будем смотреть. Итак, первая карта, Hellplay Impossible 2, отрасти бороду, бляди! Артём Рушанский пишет, мне, кстати говоря, писали в комментариях под видео, где я появился в подкасте, кто хочет посмотреть, как я с вами общаюсь на видео, заходите в 12-й подкаст, там я записал видосик, вот, и мне там писали в комментариях: «Сергей, отрасти бороду!» Хорошо, вот, ну и давайте посмотрим, что ж там такого нам напридумали. О боже! Так, тихо, мы проповедуем тебя, а-за-за-за-за. Так, я понял, нам надо здесь сменить персонажа на пацана, который прыгает на прыгучке. Это, по-моему, он, да. Так, и вот так. Оп-оп-оп. Да! Супер уворот! Я прошел с первого раза, супер, спасибо большое. Я уверен, что было сложно, и мне повезло. По крайней мере, карта всем понравилась. Едем дальше. Hellplay называется карта от Санчеса 300. Привет, Серега, это мой первый уровень. Ну, неплохо, людям понравились. Людям понравилось, они оценили. Давайте и мы оценим. Нажми Escape и... Что? Ах ты, маленькая сучка! Я вот так, я выбрался из западни. Меня не сдержит ни одна тюрьма. Вот, знаете, это прикольно, я оценил юмор. Ну, я выбрался в отличие, видимо, от других ребят. Едем дальше, Hellplay Impossible, Артём Рушанский, кстати говоря, первая часть той карты, которую мы прошли. Давайте посмотрим. Так, погодите, я сконцентрирую. Ух ты, тут, короче, не все просто так. Типа, так давайте. Вот так. Ладно, сейчас все будет. Опа! И вот так. Видали? О, какой расслабон. О, так спинку еще. Ладно, мы не победили, это нечестно. Так, давайте еще раз попробуем. Так. Ой. Хорошо. Это немного не по плану, но тоже зайдет. Оп, я поднял. О, ну и лети, я как бы отдыхаю. Моя голова отдыхает, и я отдыхаю. Дайте еще раз. Так, тут надо осторожнее. Так, на мину и... Блять, мина, вы знаете, опасные. Я никогда не думал, что мины настолько опасны. Они говорят, типа, лучше на них не наступать. Но чтобы настолько опасны, это просто невероятно. Так, давайте, прыжок. Опа, я как Марио. Оп. О боже, так, там главное не умереть. То есть я ее прохожу-то в принципе, просто я не могу выжить.
А это в таких картах самое главное, как вы знаете, дорогие друзья. А я... Какие-то гарпуны, они скучают по мне, видимо. Так. О! О! Я не знаю, как пройти это. О, да я целый невредим! Да! Даже ни одна не попала в меня! Видали, это режим Нео-ворота. Вот так вот, дорогие друзья. Не зря меня обучали шалинские монаху. Монахи этому невероятно... Этому невероятно, Вася, иди сюда, на. Окей, вы, короче, поняли. Едем дальше. Хеллплей. Чай для Сереги. Велиор 666. Какой дьявольский ник у нашего Велиора. Ну что ж, давайте посмотрим, что же он там за чаёк мне приготовил. Это чай специально для Сереги. А, чего? Быстрей налей его ему. Ба, быстрей налей ему. Окей, да. Мы не дадим тебе налить чай. Нет, я доставлю чай. Чай это очень важно. Не разлей чай. Я не разолью чай. Так, что такое? А, вот так как-то... Окей, как-то у нас заглючило. Заглючил Happy Wheels. Окей, придется перезагрузить его. Ну, а мы с вами продолжаем, друзья. Все, я все сделал. И гоним наливать чайку. Главное его не разлить. Видите, эти гранулы, это типа чаек. Это очень важно. Его нельзя разливать. Я разлил немножко чаю. Так, главное не потерять остальной. Подписчики жаждут. О, тут надо осторожней. Я жажду. Тихо. О. Нет! О. Нет! О. Черт, чай, не чай. Что? А, и налить надо в чашку. Как круто! Очень классная, креативная идея. Велиор 666, ты дикий молодец, очень классная карта. Такая, как бы, родная, можно сказать. Едем дальше. Hellplay NFS 2, Айбро, Фриби, Йо, Мазфака, какой крутой ник у чувака. Хей, Сергей, Хей, Фан, НТ. Короче говоря, веселье, типа, и чая, вот. Давайте начнем, окей. Итак, hey fun, that's something new for Happy Wheels. Это что-то новое для Happy Wheels. Так, окей, а это что? А, во, так. Да, это же типа гоночки, типа. Давайте. Я как это, я жирный, этот, как его, агент 007. Почему я не могу пройти? Это типа надо разбить? Или что, может быть вверх? Чё, как это разбить? Ну так. Так, по-моему, это можно разбить. Так, нам надо... Так, надо вернуться и разогнаться. Давайте разогонимся. Так, и вперед! Сила жирных! В атаку! И так сойдет? Я знаю. Погодите, какая-то штука здесь активируется еще. Погодите, я не знал, что у него активируется еще что-то. Смотрите. Так, ясно. Тут надо осторожно, не сломать главное. Давай, открывайся! Да что ж такое? Так, погодите. Раньше все было намного лучше. Так, 3, 2, 1, поехали. То есть 1, 2, 3. Так, я не знаю, как это пройти? Так, ну. И тут надо, видимо, что-то. Я не знаю, не получается. Что-то не работает. Работай! Ладно, друзья, я не знаю, я поставлю 5, я уверен, что задумка была хорошая, но, блин, странно, все поиграю. У меня что-то не получается, может, я что-то не понял, напишите в комментариях, что я не понял, попробуйте пройти ее сами, а мы идем дальше. Hellplay BMX Park, Max Cool 0072 нам сделал эту карту. Hi, Сергей, this map BMX Park Part 1 Demo, please rate 5, wait to Part 2, no, Demo, yo. Окей, поехали. Hello, Сергей. Привет, Сергей, нам написали. Привет. Так, поехали. Вот я всегда был хорошим велосипедистом. Знаете, раньше, когда надо было кого-то довезти докуда-то там, в деревне там, или на даче там, за молочком там, или, знаете, еще чего-нибудь, все обращались к Сергею, чтобы Сергей докатил их на багажнике. Сергей катал всех, кроме тети Клавы. Тетя Клава весила килограмм так 300, твою мать. Она была немного ебанутой бабой и жрала подсолнечное масло. Просто запивала подсолнечным маслом, а ела сливочное. В общем, вы знаете, у людей разные вкусовые эти ухищрения. Ладно, так, рампа. Так, погодите, тут надо сейчас залезть на нее.
И вот так! Вот видите, я же говорил, я профессионал! Все девчонки хотели на даче, чтобы показал их я, но потом мы все разбились. Вышел только я один. Окей, давайте еще раз. Поехали, мы должны это пройти. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это видите, каску сбросил, как бы плюнув в лицо опасности. Сына, а у тебя и не было каски. Ну, все знают, что я очень хороший отец. Сына, это... Видите, я... Боже. Видите, я забросил сына перед своей смертью, чтобы он не видел, как его отец умирает. Я очень толерантный папа, я и вообще хороший я отец. Я, видите, забочусь о психическом здоровье своего ребенка. Я его как бы сбрасываю нахер с велосипеда, когда я собираюсь сделать самоубийство. Вот такой вот я хороший отец. Ребенок оставь у нас... А, у меня нога вывихнулась на секунду. А потом она стала нормальной. Так, вперед, вперед. Как тяжело, что-то я тяжелее стал, блять, когда сбросил ребенка. Так, тут это опасность, которую я не предвидел. Где же мое чутье Человека-паука? Я же Питер Паркер. Видите, как похож? Я усы отрастил, чтобы меня на улицах не узнавали. Так, вперед! Оп-па-па-па-па-па-па-па! Нифига себе, вот это круто! Ух ты, это типа... Джейби, ух ты! Нет! Нет! Тут, короче, испытание. Вы понимаете, да, такое? Оп! Да! Очень круто, блин, особенно понравилось испытание в конце. Спасибо большое, MaxQ 0072. А мы идем дальше. Hellplay NFS 1, кстати. iBro 3B. Hey, Сергей, hey, fun and tea. Поедемте, давайте первую. Может быть, первая работает, может, поэтому... Блять. Может быть, вторая не работала, потому что первая работает. Я не знаю. Так, а давай. Или это он так... Ага, отлично. Так, полетели. Так, осторожненько. Так, тихо. А, вот и финиш. Ну. Мы пытались это разбить, это не разбивается, это не стекло. И... А, окей, тут я, кстати, понял, в чем была задумка. Типа, мы разгоняемся и разбиваемся, я понял. А, типа, угар. Окей, а, едем дальше. iBro 3B снова нам сделал карту Hellplay Long Jump. А, типа, длинный прыжок, окей. А, do not... Короче, не перезагружай, если ты умрешь, написано. Рука? Рука, ты куда? Круто, блин, я понял. Блин, прикольно, большое спасибо. Едем далее. А, итак, Hellplay, Кексон Бро. А, Living Hell называется карта. Что ж, давайте посмотрим, насколько... Здорово, бро, как дела? Прикольно, тут мужика плющит. Мужик, ты в порядке? Он опередил меня, это гонки с мужиком или в чем проблема? Так, заебок, заебок, ебошь еще, бро. Хорошо, я уже разъебал нахуй свои руки. Смотри, как я летаю, видите, профессиональный летун. Баланс, главное баланс, чтобы не расшибиться. А, вот сюда. Опа-на. Вот так вот, ламбаду мне танцевать, видите, как я прогинаюсь хорошо. Блять, подизменчивый мир. Так, а рука все еще со мной. Да выебывался, Сергей, да выебывался, вот и получи. Давай, обезьяна, мы опередим ее на этот раз. Оп, оп, так, так, назад, тут чей-то кет. Надеюсь, это моего ребенка, а не мой, да, это моего ребенка. Куда он меня собирается обогнать? Ну, не тут-то было. Сергей, я-то, смотрите, я даже относительно цел еще. Почему моего ребенка разорвало от потока вен? Нет, я умер. Так, еще раз. Вот так, поехали. Так вот, папа тебя сохранит. Так, идем сюда, быстрее, нас дядя плохой догоняет. Дядя, что ты ногой меня ударил, маленькая ты сука. Так, давайте, так, отлично. Вот так вот, вот так, да. Давай, бро, флай, давай, как бро, лети. Окей, тут, кстати говоря, очень надо, типа, тут, короче, типа, надо. Вот так вот, да. Нет, ребенок. Ready? Yes. Давай, бро, ты сможешь! Арбузные препятствия! Арбузы требуют жертв, как я уже когда-то сказал, эти крошеные... Бро, написано! Окей, круто! Так, и чё, когда финиш-то? Хелл! Да, и смотрите! О, я закончил жизнь самоубийством. Очень... Нет, я хотел 5! Извини, я правда промазал. Ребят, я промазал, хотел поставить 5. И извини, как сон. Короче, я ставлю 5. А, блин, так получилось, не знаю почему. Я даже, погодите, я специально зайду, чтобы поставить, попробовать.
Блин, не могу, короче, изменить на пятерку, так бы поставил 5. Едем дальше. Макс Кул 0072. Hellplay Troll. Hello, Сергей. Надеюсь, у тебя... я тебя не задолбал. Good luck. Sorry, если мапс маленькая. Small, короче. Немного криво, но надеюсь, понравится тебе. Бро-чай. Окей, поехали. Поехали. Battle Run. Так, Battle Run, это хорошо. О, это... Что? Круто! Крутая карта! Там финиш, я не верю тебе. Пошел ты в задницу. Так, что? Я же... Ах ты, какой ты крутой оказался. Офигенная идея, блин, а ты меня все-таки обманул с этой штукой. Гарпун ран, окей. Так, сейчас я пойду вниз, хорошо, я доверюсь тебе. Я верю тебе, понимаешь? Ты наверняка меня обманешь, но... нет, тихо, а чё не фи... Ах ты, ты какой... Так, я, давайте, ребенок. Давай. Так, надо скинуть ребенка, и мы на этом закончим. Не получается у меня скинуть ребенка. Ладно, друзья, блин, это классная карта, классная идея, действительно прикольная. Это такой троллинг получился у Макс Кула. Едем дальше. Hellplay Epic. XDXD. Джан. XDXD. Окей, поехали, Жан. Так, hello, Серег, Hellplay, it's my first level for you. Это, короче, мой первый уровень для тебя. Так, окей, оп, осторожно, нормально пройдет. Оп, монетка, это награда, как собаки прям. Знаете, когда, короче, когда собаку просишь выполнить какое-то задание, и потом надо ее покормить. Я жив! Я был жив, если быть точным. Так, вперед. Так, блять, голову расшибить вперед. Так, осторожно. Да, я еще жив. Я, кстати, без угара, я жив. Вперед! Как-то тебе надо взять руль велосипеда. Вот. Так, теперь я погиб, видимо, я потерял слишком много крови. Так, осторожно. Вот так вот. О, сына, да, далой сыну. Так, опа, отлично. Первая монетка сделана. Так, что-то. Ага, тут надо типа быть осторожным. Так, стоп. Монетку надо взять, это, видимо, важно. Так, взял монетку. Slow. Так, не понял я немножко, что тут должно было быть, но... Парт 2? Да, давай делай парт 2, очень круто, мне понравилось. Давай, побольше всяких вот таких препятствий прикольных, но проходимых. Арманов Алексей пишет... Hellplay Minimap. Окей. Поехали. For Hellplay, this card is just for you. Hello, Sergey, how are you? Okay, so, son, you have to take the brunt of crossbone. Okay. Погодите, мы это играли, насколько я помню, нет? Нет или нет? Я не помню. Да в любом случае, странно, что я не помню, наверное, это круто. Well done, my son. Короче, говорит, ты должен, типа, получить, тебе должен, типа, попасть арбалет из болта. Он говорит, окей, да что ж такое. Так, погоди, тут надо, типа, слишком быстро проехать, я понял. Давайте. Нет, не получается, да что ж такое. Так, надо, видимо, там проехать хорошо, Battle Run, так. Вот так. О, боже. Не хочу знать, что случилось с моей жопой, но я выжил. Будет еще, лейтенант Смайли, вопрос в конце. Я не знаю, будет ли еще лейтенант Смайли. Дальше едем. Hellplay GD2. Загувова нам сделал эту карту. Очень здорово, Загувова. Так, ну что ж, я не знаю. Поехали, да? Наверное, поехали. Gravity... Так, go high, Серега. Light training before part number 3. Special, ла-ла-ла-ла-ла. Картелёк... погодите, мы это играли уже. Оп. Да, мы это играли, это я помню. Так, едем дальше. Или это GD... Погодите, это вторая часть. По-моему, это вторая часть, да. Стоп, по-моему, мы не в ней играли. Мы, по-моему, играли первую. Поехали во вторую. Так. Оп. Так, отличненько. Пока все в порядке. Едем. Вот, это превосходно. Что какие-то, знаете, это график какой-то, ну типа повышение и понижение там акций каких-нибудь, я не знаю, может быть Загубова экономист, я не знаю. Так, о боже, как я контролирую ситуацию, да? Это было слишком неожиданный поворот для меня. Окей, поедемте дальше. Так,
Надо, тут надо быть... Я, кстати, почти прошел, просто я упал, типа, слишком с большой высоты. Давайте. Давайте. Или я вообще не проходил такую карту. Я не помню, блин, столько прикольных карт от вас, друзья, что... И не... Руки, я избавился от рук. Так, мешают мои, моя рука мне мешает. Ну, давай, что, проблема, что ли? Дай переедь руку, ты же велосипедист, в конце концов. Всем известный факт, велосипедисты, короче говоря, руки сметают. Я не знаю, нахуй я это сказал. Это не так, если вы велосипедист, не спешите давить руки в шоке от того, что я, оказывается, не настоящий велосипедист. Ну и пиздец. Так, окей, пока все под контролем. Мое шалтай-болтай тело. Нет! Он задавил меня. Я не знаю. Блин, вообще фактически мы ее прошли, мы финиш увидели, но надо все-таки завершить. Давайте попробуем это сделать. Так, осторожно. Рука! Она со мной, я до конца держусь за руль. Я прирожденный водитель, и я машу руками. Привет вам! И рука оторвалась. Так, сын, ты там смотри, куда мы падаем-то? Опа-на! Вот так. Почему я оторвал ногу? Хотя, Ладно. Да блять! Ебучие графики! Что же такие опасные? Вот так вот, я не знаю, что он орал, у нас же ничего не сломал. Или мы все-таки оторвали себе одну руку. Нет, видите, да. Стоило мне заговорить о руке, как тут же ее нет. Как говорится, вспомнишь говно, вот и оно. Так, фу, давайте залазим. Мне нравится, как папа, как будто бы под музыку залазит такой головой. Ту-ту-ту-ту. Как из Рокки. Главное не напевать очень точно, иначе YouTube меня забанит. Так, давай. Давай. Придется преодолеть с помощью своего знаменитого головного переворота. Давайте последний раз вот пробуем, друзья, потому что, в принципе, там... А мы уже видели всю карту, и она нас ничем там не удивит. Но мы попробуем пройти ее вот сейчас вот. Я, видите, стараюсь относительно тихо. Так, вот тут прям какой-то обрыв ебанутый. Тихо, я молодец, типа. Йоу, видите, как косички у меня. Как забавно получилось. Мои руки. Так, вот тут опять. О! Охренеть, да я же просто профессионал. Ох, я уж побоялся, что я сейчас умру. Так, давай, едем. Опа! Да! Та-та-та-та-та! Здорово, спасибо большое за карту. За Гувова, едем далее. Хелпа Impossible опять, сколько же Impossible? I bro, freebie, high fun, that not so hard. А что там, назад, давайте сначала назад проверим. Что там? Вот тут вот. Ну-ка, так, погодите. Сколько карт под названием Impossible, друзья? Прямо с ума сойти. Так, вот. Да что ж такое, назад у меня никак не получается прыгнуть. Так, и... Вот, нет. Вот, нет. Вот, нет. Так, тут надо немножко, ага. Вот, да что ж, ладно, окей, назад не пойдем, пойдем вперед. Будем к победе! Да, и победы. Смотрите, как гарпун нас ждет, он прям жаждет нас. Окей. Если бы это было Марио, я бы получил максимум очков. О, да, и... Так заорал, бля. Так, погодите, надо тут нужна осторожность. И сначала давайте попробуем спихнуть эту мину, потому что вот мы бы победили, если бы не мина. Вот так вот ее туда вот. Плохая мина. Уходи, кстати, она не взорвалась. Да, давай. Так, погодите, я же могу... Есть, я избавился от этой хрени. Я победитель. Молодец я, сейчас я по-любому пройду. Нет, осторожно, это была плохая идея, Сергей. Вот так. Вот это сюрприз. Именно так. А, нет, там же мины. Ах ты маленькая паскуда. Какую ты ловушку нам устроил. На, рукой твою мину. Мой знак протеста. Да. Смотрите, как меня растянуло с этих кишки там. О, блин, хотел 5. Да что ж я криворукий такой. Короче, 5 я поставил, считайте.
Едем далее. Hellplay, Rayman 12, 12, 34. Хорошо, кстати говоря, да, хорошо, поехали. Raid Good. Ну, посмотрим, насколько хорошо. И от... Окей. Так, 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 давай, давай. Сына копай, сына копай. Как копал могилу своей матери. Давай, давай, копай. Нет, нет, шарики. Тут, кстати говоря, это очень геморно. Блин, это будет очень долго, друзья. Мы должны пройти это, черт подери. Нет, 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 эти шарики туда. Так, тут можно сменить персонажа? Да. У меня такое ощущение, что здесь лучше подойдет вот, вот этот парень. Так, а можно ли обмануть эту штуку? Можно ли ее обмануть? Я к тому, что, смотрите, давайте попробуем ее наебать. Если попробую так прыгнуть, чтобы перелететь кнопку и не задеть ее. Ведь когда я жму кнопку, да, я ее типа активирую. О-о-о! Ну! Ты почти получилось! Давай! Да! Ха-ха-ха! Давай, коварный Сергей, в действии! Да! Хо-хо-хо! Какой я коварный! Окей, крутая карта, Рэймон! Поехали дальше! Hellplay Epic Horda. Скин Dread 415 Pro сделал. Супер Epic Mega Nova Style Hard Deluxe VIP Brilliant и Limited Edition. О-о-о! Эта сосулька была опасной. Прям как зимой, друзья, когда зимой не ходите под сосульками. Вот видите, там, где нас предупреждают, знаете, там огораживают. Не ходите, может плохо кончится. Сосулька упадет, как Happy Wheels, и пробьет голову вашему сыну. Окей. Сердце, сердце, сердце же! Сердце! Где сердце? Сердце! А мы почти, кстати, мы бы сейчас победили. А, кстати, стоп, я обещал не... Блин, я не знаю, почему зарейтили ее два раза, я начал, давайте я пройду. Но я обещал не играть карты, которые меньше трех. Окей, давайте, давайте все-таки посмотрим, что это за пиздец. Окей, так, ну вообще, по мне это прикольная карта, я не пойму, почему... Блин, да что ж такое? Я не пойму, почему ее зарейтили 2, то есть я увидел, что там дальше будет довольно забавная хрень. А! Какое острое стекло, кто мог подумать? Так, вот так, вот так. Ну что ж такое ты? Погоди, надо сосредоточиться, надо прочитать молитву, молитву, великая молитва братства. Во имя чая, заварки и святого сахара. Аминь. Вперед. Так. Так, так, так. Опа-на! Вот ты какой я! Смотрите, даже нога не пробилась. Ну давай, толкай! Толкай! Так, я еще жив, это радует. Давай! Нельзя! Нет! Нет, стекло острое, это надо помнить! Что ж такое, стекло прям-таки не залазит? Во! Так, здесь надо быть осторожным. Так. Тихо! Оп! Вот да! Не оторви мне голову! Умоляю! Голова — это все, что у меня осталось! Я потерял сына! Так, придется спрыгнуть с велосипеда. Что ты мне делаешь с моим писюном? Перестань! Ох, приятно! Продолжай! О мой бог! О да! Отстань от меня! Что ты делаешь? Когда у меня топливо кончится, блядь? Уйди, извращенная ракета! Что такое? Я не пойму. Да отстаньте от меня. Я не знаю. Что... Ракета-насильник, хватит. Нет, отпустите, милиция. Блин, полиция, давай. Давай. Ты слушай, ты смеешься, Шань, домой. Ракета в колено. О, да, маленькая ты тварь. Какой я гибкий. Смотрите, какой я гибкий. Что такое, я застрял? О, я пролез своими культяпками. Круто, я не знаю, почему эти карты такие так мало оценок, по-моему, это было круто. А, едем дальше, Kickson Bro опять. Тебе понравится по скрипту Саша Катя? А, слушай, давайте поиграем, Саша Катя. Саша Катя, Серега, бро, Роман, Григорий. Я не знаю, просто нарисовал, добавить еще пару имен. Как прикольно. И... Так, отлично. А, и рука. А лучше бы забрали сына, чем руки. А, забрали голову сына. Почему не полностью? Так, 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 так.
Осторожно, это моя голова. Или это голова сына в футбол. А, да, это же. Я же не может быть две головы, я же не Змей Горыныч. У меня только одна. Смотри, какая у меня нога. Оп-она. Там был опасный харпун. Будем считать, что я прошел, друзья. Ну, не буду я ради того, чтобы увидеть это. Меня довез велосипед. Мой верный друг велосипед. Блин, спасибо большое, было прикольно. Давайте последние три карты. Дима Чоча. Хай, бро, good game. Привет, чувак, спасибо большое. Хай, халплей. Холплей, блять, окей. Опечаточка небольшая. Так, окей. Так, тут надо быть... О! Моя голова. Окей. И там еще взорвалось что-то эпично. Реклама нового шампуня. Моя голова. Помогает даже в Happy Wheels. Так, тут надо... Вот так. Ай. Мертлен. Окей. Так, давайте пройдем. Тут прямо... я тебя понимаю, бро. В рот нельзя брать всякую бяку. Тебя же в детстве что не учили? Не бери в рот что-нибудь лишнее там. Так, тихо. Главное, мы не потеряли мой пога-джамп. Как так? Как я мог прыгнуть именно? Блин, карта очень сложная, кстати говоря. Это будет... Так. Так. Нет! Что ж такое? Вот. Так вот. Да. Блядь. Так, давайте. Вот так. Потом. Вот так. Вот так. Так, вот так вот. Опа, Супермен. Тихо, нет. Ты что такое? Такой скользкий пога-джампер. Так, давайте. Что тут? Да успокойся ты. Все нормально. Что ты орешь? У нас все под контролем. Это у тебя... Да пошел ты нахуй, пога-джампер. Что с тобой не так? Почему ты не держишь баланс? У тебя похудеет каких... Блять, сука, ты как вот протестуешь, ты говоришь, я не буду проходить эту карту. Это, о, как я подскочил на порванной жопенции. Так, тут надо... вот. О, боже. Так, давайте еще раз. Блять, это симулятор убийства пога-джампера. Он выкинул такой, да черт у вас, я на отпуск. Так, и далее, это профессионализм. Так. Нет, осторожней. Прыжок. Нет, нельзя, я пошел ты нах. Так, все, последний раз прохожу. Это просто будет очень долго. Прям супер долго. Карта проходимая абсолютно реально, но она требует этой пунктуальности. Нет, да пошел ты в жопу, блядь. Так, все, блядь, последний раз, ладно. Вот так и вот как-то вот так. И вот так. Боже. Так, все, последний раз отвечаю. Это сам Бог любит троицу таскать. Вот это последний раз. Вот так. Все, ладно, блин, карта крутая, но я боюсь, что, извини, Дима, чё-чё... Она очень будет долгая, вот из этих прыжков это будет супер долго, я буду очень долго на ней прыгать, я боюсь, что это прохождение займет очень много времени, не для ЛП. А, едем далее, Hellplay Helicopter, Eyebrow Freebie, короче, это вертолет, погодите, это... Опять у него вертолет, он любит вертолеты. Так, классно, трудно очень с такими габаритами, знаете ли. Так. Тихо, нет. Так, осторожно. Тихо! Так, тут нужно прямо... А что это дает хрень те, с которой я включаю на пробел? Надо будет узнать. Так. Ювелирная работа, Саша. Control. Тихо. Так, тут надо... Я понял. А, я вот эту штуку, я понял. Эту хрень мы опускаем так. Так. А, я понял, что мы должны были сделать в той карте. Мы должны были... А shift-то зачем, интересно? Я не знаю, зачем я открыл эту штуку. Наверное, что-то там открывается таким образом.
совсем понятно, как ее надо пройти. Так, сюда мы не проникнем. Окей. Давайте так. Я останусь здесь. Все, вот так. Опа, так. Я буду плакать здесь. Если честно, я не совсем понял, как ее надо пройти, друзья. Эту карту. То есть, мы вытащили затычку, а дальше-то что? Не умею я управлять с вертолетом и не знаю, что с ним, что еще можно с ним сделать. Так. Окей, Ctrl, это мы знаем. Ой, тихо. Так. Давай, Ctrl, Space, Shift, вверх. А, я понял, нам нужна она, я понял. Нам нужна эта штука. Я просто, видите, не знаком с этим персонажем, поэтому у меня такие дубки с ним. То есть, я, например, не знал, видите, что он надо затычку. Интересно, это вот сюда сбрасывать надо или куда? Да, видимо, сюда. Так. О! Нифига себе! Круто! Какие испытания! Окей, летим. Главное, осторожно летим. Тихо. Ага, тут он нам говорит Z. Так. Сердце еще осталось. Нет! Блин, давайте, ладно, пройдем ее. Так, сейчас я уже знаю, как что делать, поэтому это будет побыстрее. Тихо! Все в порядке. Так. Так, окей. Ctrl. Нет, не сюда. Ctrl, пробел. Полетели. Тихо. Нет, я не хотел сбрасывать, стой. Да, так. Тут нужно прям баланс. Я даже... Опа! Отлично, подтянем. Так. Тихо. Так. Полетели. Вот. Видите, уже намного быстрее я это делаю. Так. Вот. Тут надо. Так, окей. Хорошо, это уже неплохо. Так. Так. Ага, все под контролем. Тихо. Вот так вот. Вот. Чтобы сильно не ушибиться. Нет, я как колобок. Так. О, нифига себе, я протиснулся. Говорили, я жирный. Руки! Теперь я... Да, я прошел. Блин, классная карта. Прям офигенно, действительно круто. И давайте последняя карта. Impossible. Ай, бро, привет, опять ты. Давай твои карты закончим. И в чем Impossible? А, понятно. Но это не такой уж и Impossible, это мы пройдем. Там мины были. Докоснуться до нее. А! Вот пиздец. Хорошо. И вот так. Да. Вот так вот. Понял? Я не буду по твоим правилам играть. Я ее разбил. Do you want to die? Она хотела. Вы видели, как это было прикольно? Блин. Так, осторожно. Осторожно. Да что ж такое, дядя? Так. Ну. Да что ж такое? Вот так. Так, это мы преодолели хорошо. Саркотан только на мину, главное, не посадить. И вот. Так, окей. Все-таки придется по твоим правилам играть.
разрубила жопу. Это пипец, зачем ты? У меня она и так уже на две половинки поделена. Он хотел еще раз, так сказать, уточнить, чтобы уж по-любому она была нормальной, полноценной задницей. Разделил мне ее дополнительно. О боже, поглубже, так сказать. Так, да что ж такое? Давай, да блять. Так, вот отсюда давайте прыгнем. Вот так, отлично. Спасибо, спасибо, что подтолкнул меня, на это и был расчет. Оп, так, тихо, тут нужен супер прыжок. Я сначала подумал, что это эти, на это можно, типа, встать, а это просто линия, так сказать, где она работает. Эпик джамп. Тихо. Хорошо. А, троллит, понятно. Спасибо, я уж думал, что я... Вот так, все, круто, огромное тебе спасибо, карта была классная, друзья. Вот так мы и поиграли сегодня Happy Wheels, делайте карты, я буду в них играть, вы очень классные. Как делать карты? Смотрите, заходим на сайт Happy Wheels, это флеш игра, ее скачивать не нужно. Просто пробейте, наберите просто Happy Wheels в Яндексе или Гугле, и вам выдаст официальный сайт, заходите. Дальше жмете, Level Editor, и все, и вот, собственно говоря, вот как это выглядит, и придумываете что-нибудь, и будем с вами играть, прикалываться и угорать. А, с вами был Сергей Хлье. Счастья вам, удачи, здоровья. Не хворайте, не болейте. Ведите себя хорошо, радуйте своих родителей. А если вы уже давно взрослый, радуйте самого себя. И главное, будьте мужиком или настоящей девушкой. Всем удачи и пока.